это уже два года прошло, смотрю, 2010 год. К нам в центр обратился ортопед-травматолог взрослый, бывший вояка, подполковник, с просьбой тестирования на нашей базе уникальной достаточной конструкции. Мы посмотрели, как он называется, интерактивный тренажер, корректор осанки, суперосанка. Вот такое вот длинное название, но официальное практически. Вот в интернете можете забить эту фразу целиком и выйти на их сайт, там подробно все описано. В чем уникальность? Принцип той самой биологической обратной связи. Мы посмотрели конструкцию, элементарно простая. Мы спрашиваем: Сергей Викторович, сколько стоит? Он говорит: вы знаете, вот сейчас мы делаем, но делаем кустарно на коленке, ну 10 тысяч стоит. Мы говорим: дороговато для вот этой конструкции там и так далее. Но принцип интересен. У нас в стационаре существуют разные методики биологической обратной связи, дорогостоящая аппаратура, более дешевая. Но тут, когда он нам сказал, что если мы успешно пройдем апробацию у вас, если вы скажете, что это действительно работает, он будет стоить не больше 3000 рублей. Мы говорим: вот, хорошо, это устраивает. Потому что 3000 рублей на сегодняшний день столько стоит не индивидуальная ортеза, корректора осанки и так далее. И мы решили протестировать этот агрегат на достаточно тяжелой категории пациентов с юношеским кифозом, болезнью Шейерман-Мауэр. Все вы знаете, что это такое. Был прекрасный доклад вчера профессора по поводу остеохондропатии, в том числе болезни Шейерман-Мауэр, тут варианты перевода транскрипции и так далее. Итак, ну, заболевание, я не буду тут останавливаться, оно известно достаточно давно, описано Шейерманом в 21-м, Шансом в 21-м, Ганом в 24-м и так далее. Частота заболевания достаточно велика, и причем в отличие от сколиоза, в 5-6 раз чаще страдают мальчики этой патологии. Тут разные варианты названий. Ну, я нашел интересную фразу Чаплина, 57-й год, которая гласит: было бы ошибкой говорить родителям, что деформация позвоночника, имеется в виду этот патологический кифоз, по мере роста исчезнет. Напротив, с годами кифоз только усилится. Правда, вот полная аналогия со сколиотической деформацией, что на фоне роста этот тяжелый кифоз, это тяжелая деформация, она только прогрессирует. Ну вот классическая рентгенологическая картина. Ребенка, не помню какой тут интервал, это один и тот же пациент. Это стадия начальное заболевание с асептическим некрозом, разрушением передних отделов тела позвонков и с формированием достаточно грубого кифоза, клиновидной деформацией тела позвонков, со снижением высоты межпозвоночных дисков и так далее. Проблема, конечно, проблема, большая проблема. И вот тоже, что делать, тут различные вариации. Либо это оперативное лечение, либо это достаточно успешное сейчас назначение корсетов шино, по типу шино, корректирующих. Ну, здесь представлено то, что это, я думаю, что это дублирование вчерашнего доклада, останавливаться тоже не буду, потому что лечение должно быть комплексное, с индивидуальным подходом. Ну и, наконец, вот мы успешно и активно, и уже не одно десятилетие применяем у таких пациентов, в том числе, как один из методов лечения, методика биологической обратной связи. И вот непосредственно сама эта элементарная конструкция, которая предложена, молодцы ребята, они сделали достаточно удивительную вещь, и самое главное, сдержали свое слово, стоит таки на сегодняшний день эта конструкция 3000 рублей. То есть родители могут вполне приобрести. Причем эта вещь хороша не только для тяжелых кифозов. Любое нарушение осанки в сагитальной плоскости работает изумительно. Значит, сама принцип сочетания ЛФК, метода биологической обратной связи, простота, доступность там, и так далее, и так далее. Последняя объективная оценка правильности эксплуатации изделия, возможно, дистанционного наблюдения. Почему так? Потому что вот этот пульт управления, который здесь представлен, сейчас на новой конструкции он стал еще меньше. Так вот, его можно присоединить через USB-порт к компьютеру. Родитель дает задание своему ребенку: вот тебе, Миша, тренажер, 40 минут, будь люб, тренируйся. Миша через 40 минут маме приходит в кухню, все, мама, спасибо, все сделала. Мама берет в компьютер, его втыкает и смотрит, а сколько из 40 минут Миша филонил, а сколько он тренировался действительно хорошо, то есть существует такая программа. Более того, дистанционное наблюдение, как авторы предлагают, вы можете нам
по компьютеру сбрасывать данные этого датчика, мы будем давать ему определенные советы. Ну и вот пример, как он скрепится непосредственно на пациенте. При помощи системы вот, подтяжек обычных, сам датчик представляет из себя пластину, реагирующую на изгиб. Одевая на себя эту конструкцию, пациент принимает более правильное положение. Причем положение задается врачом. Можно дать задание слегка разогнуться, можно сильно. То есть там... И при помощи пульта управления это положение запоминается. И дальше все, ты должен находиться вот в том заданном положении. Сколько минут решает врач. То есть там может быть... Мы применяли на 50 детках с кифозами по 40 минут, вот выбрали такой режим. 45 пациентов у нас было с заболеванием Шейман-Мау, 40 мальчиков, 5 девочек, возраст от 14 до 16. Все дети лечились в наших условиях, значит, была группа основная, контрольная и группа дополнительного контроля. Значит, методы эффективности оценки мы у части больных делали рентген и абсолютно у 100% больных делали компьютерно-оптическую фотографию. Это позволило реально оценить те изменения, которые происходили за 2 месяца. Ну и наконец, основная группа, результаты, которые мы получили, результаты комплексного консервативного лечения в стационарных условиях у нас с включением этой методики как одного из кирпича лечения. Основная группа там, где применялся этот новый тренажер. 10% пациентов без динамики. Это результат, который всегда бывает. На фоне проводимого лечения нам не удается существенно даже затормозить прогрессирование. Значит, мы попали в ту фазу, когда идет активное разрушение передних отделов тела позвонков. И вот как раз этим детям 100% необходима жесткая конструкция по типу корсета Шино. Либо их надо лечить, как лечили в советские годы. Как туберкулез, как туберкулезный спондилит. Это длительное гипсование практически несъемным корсетом. 40% стабилизация процесса, то есть мы добились улучшения осанки, кифоз не прогрессирует. Ну и наконец, у половины больных, а поверьте, это результат очень хороший, мы добились частичной коррекции деформации. Причем контрольная группа, у нас были дети, которые получали тоже комплексное лечение, тоже в тех же условиях, но без методики биологической обратной связи вообще, без никакой. Там было ЛФК, плавание, массаж, физиотерапия, у кого-то корсета, у кого-то нет. Так вот, результат хороший в виде улучшения, к сожалению, только у 34%. Вот, 34% улучшения. 33% стабилизация, и посмотрите, без динамики, то есть пациент не реагировал на лечение, аж треть больных. Ну и наконец, группа дополнительного контроля, третья группа, это те дети, которые с тем же диагнозом получали тоже стандартное лечение, тоже использовался метод биологической обратной связи, но на дорогущем комплексе, который вот и в парусе надежды, в общем-то, стоит там компьютерный, тоже элемент биологической обратной связи. Да, и мы получили, посмотрите, основная группа и группа дополнительного контроля. Примерно те же самые цифры. Улучшение в половине случаев даже чуть больше, без динамики 13%. То есть проценты они так примерно то на то и выходят. И вопрос, вот допустим, дорогой комплекс доступен в парусе надежды, в огоньке, в платных, хороших каких-то медицинских центрах. Дома-то он недоступен. А тренироваться при помощи этой методики выгодно, ну если не постоянно, то достаточно часто, курсами. Так вот, за 3000 рублей сейчас у нас пациенты, имеющие показания для этого метода тренировки, получили возможность сделать это в амбулаторных условиях на дому. В принципе, я думаю, что и воронежский пациент тоже имеет потенциально такую возможность. Я, к сожалению, не знаю официального адреса сайта, у них есть официальный сайт. Но вот называется он интерактивный тренажер-корректор осанки и в кавычках суперосанка. Вот в любую поисковую систему забиваете эту фразу, и вы выходите на то ли суперосанка.ру у них, то ли там пятый позвонок у них как-то изменил сайт. На этом сайте есть адреса, телефоны там и так далее. Сейчас они уже выпустили вторую, выпускают крупную промышленную партию, там уже там платы им в Китае шлепают там, и так далее. Поэтому вещь работает, штука интересная. Рекомендую практическим ортопедам.
Все, у меня все. Спасибо.